Сегодня откатал очередную очень тяжелую, очень такую дисперсионную сессию. Прям жесть. А под конец еще умудрился провернуть блеф, который не влез, потому что оппоненту доехала вторая пара. Алекс, конечно, рассказал, что он бы закрывал в любом случае, в чем я очень лично сомневаюсь. Сама по себе раздача, ну, такая, знаете, на доске туз король 10 баттон против большого блайнда поставил вот таким диапазоном, то есть дофига, за три четверти. Ну, иногда нас подрейзили, иногда нет. Кол, на терне, по-моему, пошла восьмерка трифовая. Оппонент, естественно, чекает. Мы как с какой-то частотой продолжаем с вот этими всякими блефами, типа 7-5, 7-6, 6-5, даже 8x. Ну, понятно, даже 10x. Ну, и валет дамы тоже сюда. Здесь я взял большой сайзинг, вот оно все там есть. Очень редко. Ну, естественно, я выбрал сегодняшний день, чтобы это очень редко сделать. Кол. Ривер тройка какая-то. Как я думал, ничего не меняющая. И на его чек мы должны были все это безобразие доблифовывать. Ну, те, что проблифовали флоп и терн. Ну, вот, низкочастотная гадость получилась, и я, естественно, проиграл ту стрим. Ну, в общем, неприятный стрим, неприятная неделя. Долго восстанавливались после ковида, нервы уже расшатаны окончательно. Ну ничего, я думаю, что рано или поздно я приду в себя и все пойдет как надо. Ну а на этом прощаюсь. Спасибо за внимание. Пока-пока.